Слава Украине, привет всем от Полонского. Мы сейчас находимся на Майдане Незалежності. Я вам просто хотел показать, как сейчас выглядит наш Майдан. И вот эти тут люди гуляют, дети. Да, но не об этом речь. Вот эти флаги в память наших героев, погибших на войне с фашистской Россией. Посмотрите, сколько. Тут не только украинские флаги, тут флаги разные. Вот белорусский флаг, ВЧБ. Там дальше флаги Азербайджана, Великобритании, Грузии. Тут разных, очень разных стран флаги. Это все люди, которые погибли, бойцы, которые погибли за Украину. Бойцы различных стран, из Украины, из других стран, которые защитили Украину, которые не дали российско-фашистским ордам растоптать Киев, так же, как они это сделали в Мариуполе. Не только Киева, и другие города. Тут есть, кстати, и бойцы из Мариуполя. В память о них флажки, конечно. Когда-нибудь, вы знаете, будет здесь мемориал. Очень большой сделаем мемориал. Просто он, скорее всего, будет не на этом месте, а вот там, вот видите, сверху Жовтневий палац, желтый такой, да? И вот за ним там сверху будет еще дальше, метров на 100. Там уже место под музей героев АТО, но видите, уже АТО у нас переросло в полномасштабную войну, и, соответственно, я думаю, что полноценный музей и полноценный мемориал будет, ну, метров 400, наверное, 500 отсюда на горе возле правительственного квартала, вот там будет. В любом случае, сегодня люди могут здесь посмотреть, как выглядит война, да, то есть посмотрите, сколько наших, это ж малая только толика наших бойцов. Кто смог сюда приехать, иногда флажок за одного человека, иногда за целое подразделение, все по-разному. И вот можете посмотреть, сколько людей погибло за свободу и независимость Украины от этой коричневой чумы сегодня российской, этой мерзости, которая пыталась нас захватить, которая пыталась нас сделать рабами, но ничего у них не получилось. Кстати, очень интересно, что сюда постоянно приходят иностранные корреспонденты, иностранные фотожурналисты, видеожурналисты, кинокомпании. То есть тут, знаете, тут такое место еще паломничества людей со всего мира, людей, которые за свободу, за то, чтобы люди могли жить спокойно в нормальной стране, в демократической стране, они были завоеваны фашистским бандитом, тираном, бурдалаком и упырем Путиным. Ничего у него не выйдет. Не видать ему Майдана, как своих ушей. Украина обязательно победит.